Я ведь взрослая мама, а понять никак не могу. Как они говорят «люблю», а потом касаются чужих губ. Как они кладут при встрече телефоны вниз экранами. Те, что клялись жизнью в верности пса. Как они прячут обручальные в карманы, как у них на безымянном остается белая полоса. Как для них все доступное становится заманчивее до боли родных глаз, нежных рук, теплых объятий. Как распознать этих монстров в любимых мальчиках до того, как они умрут в предателей? Как им спится, мама? Как их совесть ночами не воет? Как им лезет в рот кусок пищи, мама, скажи? А главное, как они ломают в их любящих чистое и живое? Почему они думают, что имеют на это право? Как они кормят своих женщин тысячами обещаний? А ведь женщины, мама, вообще ничего не прощают, если вдруг учуяли собственную ненужность и в кармане брюк внезапно нашли кольцо. Та, что слабей, будет годы плевать в приготовленный ему ужин. Та, что сильней, однажды уходит, плюнув ему в лицо.